До редакції звернулася читачка з міста Чорноморськ з проблемою нарахування платежів за спожиту електроенергію у гуртожитку номер 1 по вулиці Олександрійській, 16. У будинку відсутні індивідуальні лічильники, тому функцію розподілу витраченої електроенергії між споживачами 9-поверхового гуртожитку завжди виконував комендант. Але виявилось, що коли з електропостачанням проблем не було, нашій читачці Іамзі Ковалінській, яка проживає у кімнаті 524 гуртожитку, нараховували по 150 кВт. А коли почались аварійні відключення, то у листопаді нарахували 170 кВт, а у грудні вже 244. Яким чином так вийшло, що у ті дні, коли електропостачання іноді не було упродовж доби, споживачам почали приписувати додаткові кіловати, залишається загадкою. Чорноморська, Ковалінська Інна Володимирівна, я хотіла б сказати, що у нас неправильно знімається за квартиру, тому що мені прийшло зараз 410 гривень за світ платити, світ відключається, у мене приборі електричні, нічого такого нету, я хочу узнати, увидіти, как другие платят за квартиру, и комендант живет тут, на той стороне, холостяцкий, у нее тоже две комнаты. Я не знаю, сказали вахтеры, что она вообще не платит за квартиру, хотела подать их на суд. Это кто такой выдумал такой цены, чтобы я платила 410 гривен только свет, а вода 368, или вот посмотрите по ленточку, сколько платить. Не то, что только у меня, у всех, которые живем тут, у всех такие цены, это ужас, беспредель. Пожалуйста, помогите нам. Все. Это... Ну, хорошо, а вы можете нам поведомить, где находится комендант цього гуртожитку? Комендант уже уволили в июле месяце. Я ей как-то говорила, что кто такие цены, говорит, ставить, я не знаю, потому что у меня, говорит, с июля месяца уже не работаю, потому что вот за это криминал, выгнали ее, и сейчас я не знаю, кто это передает, я не знаю. Вот хочу узнать, кто это передает, я не буду платить такие суммы деньги. Тысячу гривен, 1010 гривен мне заплатить за всего. Каждый день меняется электроприборы, какой у меня было, так и остались, а каждый раз приходится по-разному сумма. Почему? Вот это хочу узнать, выяснять. Я ходила начальника ЖЭКа, Наталье Владимировне. А где находится адрес? На Корабельной. Угу. На Корабельной, второй этаж. Я объяснила, что у меня ничего такого нету, ни машина, ничего такого. А она говорит, вызывайте, говорит, эту комиссию. Я говорю, вы начальница, вы создали комиссию, пришли, посмотрели, поставили точку. Все. А почему я буду вызывать? Это ваша... Обязан. Да, обязан, потому что вы начальник, вы за нас отвечаете. Правильно? Правильно. Почему я буду платить такие суммы денег? Я не буду платить. Пожалуйста. Ну, дуже цікава ситуація. Ми згодні з нашою читачкою, що тут треба розібратися і взагалі з'ясувати, чому на кожного абонента немає окремого лічильника, для того, щоб зняти всі питання. Якщо б був окремий лічильник у кожного абонента, ну, не було б запитань. Конечно. Да, ви б... Да, ми платили, я вже платила б, скільки у мене електроприборів, стільки я платила б. Як у мене нету, на весь дом стоит один шочек, и на базар тоже раскидает. За базар мы платим, за все мы платим, понимаете? Это... А базар бед вас запытывает? Ну, конечно, говорят так, я не знаю. Вот когда новый ЖЭК нас уже перевели, они, девочки, приходили, проверяли, я их видела на базаре, они что-то там проверяли, да. Я им говорю, когда шочки будут? Будут, но не завтра будут, понимаете? Я не знаю сейчас, как будем там платить, я не знаю. Я его приведу, покажу, что у меня есть, что я не буду платить 400 гривен. Смотрите, и вода 368 гривен, то же самое получается 400 гривен. За что? А я одна. Я ж, ну, начальник ЖЭК говорит, у вас две комнаты. Я говорю, да, две комнаты. Дальше что? Я на двух комнатах живу, что ли? Там и бегаю, и сплю. Или там включаю, и тут включаю. И такое не бывает же. Ну, головой немножко думать надо же. Ну, скажите, пожалуйста. Ну. Для з'ясування всіх питань редакція звернеться до Чорноморської міської ради з метою дізнатися, де, коли і як можна отримати інформацію про механізм нарахування комунальних платежів у гуртожитку номер 1 по вулиці Олександрівській, 16 при відсутності індивідуальних лічильників. Роман Варшанідзе, Мурат Варшанідзе, Альтернатива Орг.